И мы можем видеть, что лосс у нас не очень быстро, но растет, да, с 91 и там иногда достигает 94. В принципе, если вы хотите, чтобы у вас лосс был получше, чтобы у вас вероятность распознавания цифр была побольше, можно усложнить нейронную сеть, можно, как мы делали в датасете с винами, что-то сделать с архитектурой, добавить какие-нибудь полносвязанные слои, изменить активации, может быть, попробовать разные параметры для Адама, может быть, попробовать другой градиентный спуск, может быть, попробовать другой размер бача, это тоже может быть важно. Кроме того, нам интересно посмотреть, а как же выглядит наше улучшение на графике. То есть мы смотрим на числа, вроде бы они растут. Но было бы здорово построить график вот этого улучшения accuracy. Давайте так и сделаем. Сейчас я остановлю рантайм и добавлю пару строк кода, которые, ну, сохраняют значение accuracy на каждой эпохе.